знаємо. Добре, Вот одна комната, видишь, она по сравнению с этой, она меньше. Да, да? Нормально. Вот тут видно квадратная. Я прыгаю. А тут сердечко, масочка, ушки. Костюмчик, который покупали для Бонни, подошел вот этой собачке. Вы что делаете? Доброе утро. Всем привет. В школу собираемся. Маргарит постель заправляй. Не хочу. Я не знаю, как я сплю. Я не знаю, как ты спишь. И потом, когда ты не разбуживаешь, она всегда вот так... Не разбуживаешь, а будешь. Ты будешь всегда свои головы у меня. Смотри, смотри, как я сплю. Ксюш, ты в шортах пойдешь? Нет. Ну что ты не одеваешься? Давай, одевайся. А Маргарита хочет с этой футболкой. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давайте, давайте, собираемся, собираемся. Ой! Сюрприз! Это бомба открытый! Это меня! Год, вас ищет! Мы что, переезжаем? Нет. Командите, пожалуйста! Это к нам переезжают. Это просто... Семь коробок, вы что? Пони! Да, семь коробок. Пони! Вот в этих коробках всего лишь 200 толстовок. Вот они толстовки. Это вот эти? Да. Сзади посмотри. Это ваши инициалы. И вот это тоже посмотри. Вот это. Да. У нас крылышко. А здесь. И здесь вот есть вот эти веревочки. И здесь написано Cute Angel. Да. Красиво. Сейчас я вам покажу. Качество просто обалденное. Посмотрите, оно прям с начесом. Они как раз вот сейчас вот на осень и на зиму. Да. На, мери, я хочу посмотреть, как на тебя смотреть. Да, прям на эту. И это тоже как раз вот тепленькое. Это немножко другое. Это вот 100% хлопок. Но она тоже теплая. Вот. Очень хорошее качество. Очень хорошее. Это тебе большой, зайка, большая. Это. Сейчас посмотрим. Нет, очень классно. Вот эти толстовочки, ребят, даже я могу носить. Поэтому это оверсайз. Да, вот смотрите, вот на Ксюшу. Сейчас же модно носить большое. Поэтому любой возраст. С 9 лет и до моего возраста. Ну, в общем, до моего размера. Мой рост 167. Вот эти толстовки, они на меня подходят. Просто если я буду надевать эту толстовку, то она мне не будет, конечно же, ниже попы. Она у меня будет нормально. Не знаю. Я эти толстовочки уже мерила, и они мне как раз. Вот. Повернись спинкой. И вот такая вот надпись сзади. Прикольно. Я хочу, чтобы ты с крылышками надела. Да. Ну-ка. Мы что, переезжаем? Угу. Круто. Нормально. Вот такая вот вторая толстовочка. Папи! Папа! Теперь нам нужно подождать этикеточки. Мы заказали этикетки. Наши фирменные. Нет, это другие. Да, этикетки у нас на футболке есть отдельные. А это нужно другие этикетки. Что другие? Этикетки. Вот чтобы наклеить. Из бумаги, да? Чтобы там было написано номер, чтобы написано марка, как стирать, какое качество. Вот это вот 100% хлопок. Вот это 50% хлопок, 50% полиэстер. Но он очень теплый, да? Тепло, да. Он прям очень такой... толстый. Да, прям это, с начесом. Очень толстый. Очень толстый. Очень толстый. Я тоже такой буду носить, я себе возьму. Это очень толстый. Будем ходить очень все одинаковые. Толстый. Вы решили одинаково одеться? С подружкой. Давай. Ну, только я нет, ну, бота синий нет, и у меня шапка. Давайте.
У вас короткие волосы. А у Каролины не короткие волосы. Все, Каролиночка, иди. Пока. Давайте, девчонки. Пока. А ты покушай, покушай. Дала покушать? Да, дала. Нам нет. Пока. Пока, Каролиночка. А девчонки в школе решили поехать посмотреть одну квартиру. Недалеко от нас сдается. Вот. Так что сейчас посмотрим, что там. Вроде квартира больше, чем наша, потому что наша уже совсем маленькая. Хотим немножко что-нибудь побольше, попросторнее. Ну, сейчас посмотрим, что нам покажут. Потом девчонкам покажу, они очень хотели посмотреть. Так, ну что, мы уже вернулись, вот нам дали план. Сейчас буду смотреть, изучать план квартиры. Ну, в принципе, нам понравилось. Все понравилось. Заходи, девчонкам еще надо показать. Ну, девочки уже на самом деле, они уже прям готовы. Говорит, мама, мы хотим переехать. Ну, гулять. Собачку отпустил. И она побежала. И сами вышли, поиграли. Можно там и батут поставить, и бассейн. И все, в общем, все, что хотим. Да, Макс? Где наша Бонни? Бонни, привет! Привет! Вот. Так что будем думать. Макс, тебе понравилось? Не понравилось? Комнатки, конечно, не такие большие, как у нас здесь, но их по количеству больше. По размеру они не такие, как у нас. Кто там? Девчонки пришли? А? Девчонки пришли? Нет. А дверь что открываешь? Встречаешь? Бонь, ты тоже встречаешь? Где Маргарита? Кто там? Кто там пришел? Кто там пришел? Кто там пришел? Как дела? Хорошо. Нет, что там за коробка у тебя? Я купила жвачки. Смотри, это очень кислые жвачки. Я купила 65 за 5 франков. У кого ты купила? Бэхит. Ну, вообще-то я сказала, чтобы он мне 50 купил, но он мне 65 купил. Это просто... Но я, другие тоже хотели у меня такие жвачки, потом они купили за 10 франков. Да, да, что-то 10 франков. Угу. Хочешь? Они очень кислые. Кислые? Угу. Покажи? Ай-яй-яй-яй. Это шок. Угу. Это центр шок. Центр шок. Это влияется. У меня одна. Что у нее? У нее одна вот во рту. Что? Ой, как она кислая. Знаю, ужас. Ужас. Сто стоит 10 франков такие жвачки. Я их так люблю. Дом. Посмотрели? Я не знаю. Не, ну в принципе понравилось, но не знаю, надо думать. Я хочу.
Девочки, там не такая большая комната, как ваша. И что? Там меньше? Угу. Ну там одна получается. Например, как? Например, чья? Там получается вот эта комната, по-моему, такая же, как у нас. Но может быть чуть-чуть, это вот для родителей. Хорошо. Родительская комната. Ваша, она, как сказать, она длинная, но она поуже. Угу. И есть одна квадратная, и одна совсем поменьше, я думаю, как вон та, но это под офис, как вот у Ксюши, Каролины с Максом. Есть одна длинная, но узенькая. Есть другая, как бы квадратная, более-менее большая, и другая вот такая, вот как у Макса с Каролиной, под офис. Ну, этот, ну я засняла, сейчас покажу. Вот, видишь, получается, вот этот вот, это все зал, кухня. Ого. Это, воз, это вход. Угу. Здесь туалет. Угу. Здесь прачечная. Что там это? Машинка стиральная, да. Можно стирать, сушить. Угу. Вот одна комната, видишь, она по сравнению с этой, она меньше. Да, да? Нормально. Вот тут видно квадратная, да? Угу. Это поменьше, а это длинная. Угу. Она поуже, но она длинная. Вот это вот, угу. Это родительская получается. Да. Она тоже квадратная, но она чуть больше, чем эта. Угу. Мне нравится. Вот здесь вот выход в сад. Нет. И здесь выход в сад. Здесь на, с кухни выход в сад, и вот отсюда выход в сад. Это все окна. Вот. Ого. Плюс еще там есть сушилка внизу в подвале и келлер. Ну, а он большой? Он большой, он в два раза больше, чем наш. Ну, я тебе сказала. И сушилка там есть. И... Пожалуйста, пожалуйста, мне большая, мне большая не нужна. Ну, вы вдвоем будете спать. А где офис? Офис. Да, так как я в моей комнате. Mm-mm. А комната нет? Зачем нам офис? Как это зачем офис? А папа куда должен компьютер поставить? Все, что у Лилиты наверху. Ну, в общем, там очень красиво. Я сейчас видео покажу, я на телефон снимала. Mm-hmm. Там сказали, очень район такой спокойный, очень хороший, детки. Школа недалеко, говорит, все дети вместе собираются, идут в школу. Ну, вообще, чисто такой семейный район. Блин. Давай решай, Макс, вставай. Мы тут дверь украшаем, нашу входную. Так кто завтра пойдет-то в итоге? Ксюш, ты не идешь? Нет. На Хэллоуин, я да. На Хэллоуин Ксюшка не хочет идти. Так, мы тут вырезаем летучих мышек. Вот такие вот штучки. Ты вот дрожишь. А? Почему это, дрожу? Это стол дрожит. Это просто сама дрожит. Вырезаем летучих мышек и будем клеить на дверь. Потому что завтра будет приходить очень много деток, да, наверное? Нет. Мне вот это вот много... Ваши одноклассники будут приходить? Да, моя Лик, наверное, Айша, я потом еще, наверное, Лена. Ксюшка сегодня пошла к сладости, когда купила. Но то странно, конечно, что она не хочет идти, потому что сколько лет уже они ходят, то Ксюшка никогда не пропускает. Бунька, тебе не страшно? Чешки. Это на чешки похоже. Ну вот, в общем. Вот так вот украсили дверь. Чтобы им страшно было, чтобы они не звонили нам в дверь. Не проси ничего. Испугаются. Ой, тут немножко наш пол повыше надо. Что надо? Ну, мам, чем мы так вот махаем? Вот, все, так повыше. Летучие мышки. Я прыгаю. А тут сердечко. Масочка, ушки, чешки. Еще одна чешка. Еще одна чешка. Ну что, глаз тут не видно этот. И будет вот это. Давай чешку берем. Бери. Давай глаз у тебя. Сосед придет, испугается, домой не сможет зайти. Скажет, это же такое. Маргарита тут страшные конфеты делает. Ужас. Когда мы будем раздавать? Это вы будете раздавать? А покажи. Единорог дай. Вот. А Алба покажет. Смотрите, какой чертенка. Единорог. Ангел и чертенок. Это Нина, Алба и Маргарита. Mm. Так. А это Франкенштейн. Mm. Это Адонис, а это свинья. Я им дам. Заканчиваем. Завтра еще дорисуете. Завтра в школе у вас будет Хэллоуин? Нет. Учитель говорит, ничего не будет на Хэллоуин. Почему? Не знаю. Почему так скучно? Это мини. Мы могли бы сделать, чтобы дети пришли в школу всякие там разрисованные. Нет, мы это делаем только на шоке. Фаснок же делают. Да, но это швейцарские.
Боньку не приучай к кровати. Она сейчас еще линяет. Бонь, у тебя своя кроватка есть. Это моя. Бонни. Да. Костюмчик, который покупали для Бонни, подошел вот этой собачке. Представляете? Как вот? Чуть-чуть очень большой. Чуть-чуть очень большой. Так чуть-чуть или очень? Большой. Не, ну вообще, смотрите. Чуть-чуть прикольная большой. Такая. Для Бонни покупали, называется. Это ее теперь. Угу. Подружечка. У вас вот эти перегорели, вот это перегорело. Через одну, да, получается? Вот одна работает, вот одна не работает, одна работает. Другая не работает, работает, не работает, работает, не работает, не работает. Это потому что так, они правда сгорели. Они правда. Нет, они правда сгорели, потому что они раньше все горели. Уже не работает. Давай новую. Надо новую. Ладно, все. Ой, такой зеленый свет сейчас. Раньше был синий, по-моему, или нет? Нет, тоже зеленый. Зеленый? А там был синий. Зеленка вам у вас прям. Тут у нас зеленый, там синий. Все, спокойной ночи. Пока, мамуль. Зеленые. Всем пока. Спокойной ночи.